Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Крим Икры. И в этом ролике я бы хотел вам показать, сколько можно заработать с сайта P2P и сайта Globus, если установить программы и вообще какой будет доход от них и стоит ли вообще устанавливать данные программы. В общем, начнем с сайта P2P. Здесь мы получаем деньги за то, что мы просматриваем рекламу. Реклама будет вылезать в нижнем левом углу. Установим расширение. Давайте выключу и включу. После того, как вы включили программу, вам будет поступать разная реклама на вот это место в данной области, когда только она будет. И вы за одну рекламу будете получать 3 копейки. И если вы еще щелкнете на эту рекламу, то вы будете получать еще плюс 1 копейку. То есть, в принципе, 4 копейки за одну рекламу. Я вот посмотрел уже одну рекламу и заработал уже 3 копейки, в принципе. Если просто сидеть весь день в интернете, ничего не делая и листать сайты, у вас будет появляться реклама и спокойно можно заработать рублей 20, это думаю точно. И это большой плюс. Регистрация здесь простая. Зарегистрируйтесь, дальше заходите. Вот у вас, скорее всего, будет я пользователь, вы нажимаете и жмете главную, и у вас здесь будет список. Можете установить расширение на Mozilla, на Chrome и на Opera. Я уже установил расширение на Chrome. Видим P2P. Вот мое расширение. Здесь можем указать, где будет реклама показываться, в каком месте. И думаю, это всем понятно. Дальше. Сколько здесь можно заработать? Я уже сказал, рублей 20 в день можно спокойно заработать. Если у вас это будет расширение работать на Mozilla и еще где-нибудь, то есть на 3 аккаунтах разных, на 3 разных браузерах, то ваш доход увеличится втрое. Думаю, это понятно. Дальше. Сайт Globus. В общем-то, здесь вы зарабатываете в долларах. Сколько зарабатываете? Сейчас вам все скажу. Здесь за одну рекламу платят от 0,03 до 0,1 доллара. То есть вот такие здесь расценки. И как тут вообще зарабатывать? В общем-то, заходим в Globus, создаем себе новый аккаунт. Дальше устанавливаем приложение. Это просто. У вас качается, сейчас вам покажу, что такая вот программка, вы на нее нажимаете, устанавливаете, и у вас появляется вот такое окно. Вы здесь логин, здесь скажу сразу, чтобы у вас не было проблем, вам пароль придет на почту, которую вы указывали. Вот моя почта, вам придет на нее пароль, и вы вводите этот пароль в данное окно, где будет вход в аккаунт. В общем-то, здесь тоже все просто, ничего сложного, устанавливаем программу, и когда появляется реклама, она у вас выводится на экран, вы ее смотрите и зарабатываете определенное количество денег. Как видим, вырезали рекламу с сайта P2P, видим перейти и получить плюс 0,01. Давайте перейдем. Так, сначала нужно посмотреть, ну, в общем-то, 6 секунд еще осталось. Давайте посмотрим. И теперь можем перейти и получить еще одну копейку. Так, здесь нам рекламируется сайт FreeBitcoin. То есть, кто-то рекламирует сайт FreeBitcoin для того, чтобы набирать себе рефералов. Все, можем закрыть. Это тоже уже можем закрыть. Давайте зайдем сюда. Обновим статистику. И, как видим, 0,07 за 2 рекламы. То есть, за первую рекламу я не нажимал на сайт. И я бы получил 0,08. Почти 10 копеек за 2 рекламы. Ну, думаю, сами посчитайте, что за, если за 10 копеек 2 рекламы, за 20 реклам рубль, вроде правильно, да, за 20 реклам рубль. Нет, стойте. Так, если мы за 2 рекламы 10 копеек, за 2 рекламы 10 копеек, то есть за 10 реклам с вами получаем 50 копеек,
за 20 реклам получаем 1 рубль. И так далее. За 200 реклам получаем 20 рублей. Видимо, вылезла еще одна реклама. То есть реклама здесь вылезает довольно-таки часто. И поэтому реклам в день может быть очень много. А если вы еще зарегистрируете 3 аккаунта на 3 разных браузера, то у вас будет в 3 раза больше заработок. Сейчас я перейду на этот сайт и покажу вам статистику, которая сейчас обновится. Все, перешли, можно закрывать. Обновляем страничку и, как видим, уже заработали 0.11, то есть уже почти 0.1 рубля у нас уже есть за какие-то там минут 5, даже меньше. Дальше. Как работает Globus, я вам, думаю, сказал. То есть просто ждете рекламы, смотрите и получаете деньги. Деньги здесь получаете намного больше, чем... Ну, может, не намного, ну, больше, чем на P2P, это точно. И самая главная фишка этих двух сайтов в том, что... Здесь самое выгодное это приглашать рефералов. Если вы приглашаете рефералов, например, на сайт Globus или на сайт P2P, то вы получаете очень большие бонусы. Давайте я вам покажу их. Например, если ваши рефералы будут просматривать по 2, давайте по 3 рекламы в день, сам, давайте со ставкой, ну, 0.01 рассчитаем, то если вы пригласите 7 человек, 7 уровня реферальной системы, если вы пригласите 7 человек, то вы будете получать 0.03 в день с этих семерых. Если эти 7 пригласят еще 7, то есть вы уже будет 49, вы уже будете получать 0.14, еще по 7, уже пол доллара, еще по 7, 2.80, еще по 7, 15 долларов, еще по 7, 70 долларов, эти еще по 7, 7 уровень уже 247 долларов и того 336 долларов, если вы свою реферальную систему сделаете такой глобальной и разовьете до таких масштабов. Думаю, вы это поняли. В общем-то, заработать на этих сайтах реально можно и реально нужно. У меня есть еще один сайт, даже парочка сайтов, где еще можно заработать на автомате. То есть можно включить 3 сайта или там или 4 расширения и спокойно листать интернет, смотреть рекламу и зарабатывать по 100 рублей в день. Если вам интересна эта тема, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот вылезла еще одна реклама. В общем-то, все ссылки на два сайта будут в описании. Заходите, регистрируйтесь, устанавливайте расширение. Ничего не делайте и зарабатывайте деньги. Приглашайте людей, рефералов, развивайте свой аккаунт. В общем-то, всем удачного заработка. Вы были на канале Кремик Рэй. Подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. Все, всем удачи, всем пока.